Бесплатная игра 519 мегабайт, но есть 7 микротранзакций. Таинственный незнак... Так, немножко неправильно. Да что за кого? Таинственный незнакомец. Отправляйте дух. Там сколько? Мегабайт по 5? Какие-то дополнения? Первые по 359. Все по 359. То есть, в принципе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 на 359. В уме не считаю я такие цифры и даже не буду пытаться. Так, посмотрим. Семь умножить. Семь умножить на 359 равно 2513. Стоит игра со всеми дополнениями. Это, конечно, очень дорогая игра. Слава богу, есть вот такая демка. Ее можно хотя бы просто заценить. Ну-ка. Да, я такой. Да, 4 буквы. Хера мне эта карта, ну ладно, разберемся. Если какой-то пингвин хочет со мной поговорить. Нет, не хочет, не хочет, значит идет нахер. Тоже идет нахер. Наркомания какая-то. Я помню, раз когда проходил в метро, чувак такой пишет: ты знаешь, что персонаж стоит на месте, а поезд едет. А я ему говорю такой: да. В итоге это же самое.
Что мне предлагают купить? Да, первый непонятный инцидент произошел с игрой. Я не понял, что дальше делать. Походу я умер. Почему заново игра началась? Здесь мне нравится бегать. Thank you.
думаю, хорош. Это какое-то издевательство. И все здесь зависает. На все кнопки жмешь. А в рыбу же. Так поднимаю. Так. Бросаю. Что хочешь начать делать? Из комнаты выйти не могу. Пак. Ну и хрен с ним.